Всем здорова, чуваки! Вы на канале Play Jackson, и это новый выпуск карьеры детей FIFA 18. Мы начинаем! Итак, чуваки, в прошлом выпуске к нам присоединился Виктор Коваленко. Мы на данный момент занимаем 14-ю позицию таблицы РФПЛ, и у нас пока 17 очков. Не очень таки много, но могло быть намного меньше. Что же, продолжает лидировать у нас Локомотив, 44 очка, и следующий матч у нас против СКА Хабаровск. СКА Хабаровск на 13 месте, на одну позицию они нас опережают. Поэтому если мы выигрываем, то мы сравниваемся с ними по очкам. Давайте начинать. Так, ну что же, начало матча. Состояние газона очень ужасное, но нужно привыкать. Опять подключение флангов. Витя Коваленко. Как же на нем свалили? Какой-то борцовский был прием. Сам Коваленко подходит к мячу. Удар. Не точно. СКА Хабаровск в атаке. Нужно обороняться. В защите идеально. Не придерешься. Коваленко. Отлично отдал. Пробей. Защитник свою попку подставляет, и мяч летит на угловой. Подачу. Сделаем. И как снимает с головы. Так. Скорости, конечно, этому нападающему не занимать. Но! Следующий тайм. Были опасные моменты у обеих ворот, но счет пока несменный. 0-0. Кому отдать бы эту передачу? Вижу подключение. Прострел. И да что? Видите, ребята, совсем немножечко нам не хватает, чтобы забить гол. Зря, наверное, я здесь отдавал передачу. Можно было и шлепнуть. Сейчас атака на наши ворота. Маркович с мячом. Отбирай, отбирай, отбирай. Офсайд был, нет. Вратаришка, Акуньо. Аквина, Акуньо. Как его, хрен его знает, как его зовут. Заброс. Но здесь все читается. Бить! Ну блин, ну опять же, ну ё-моё! Сколько можно уже? Все, казалось бы, прошел. Все, карты в руки, но сейчас получим. А не, это у них скоростной. Скоростной именно. Абумамьянг. 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 В СКА Хабаровске есть свой Аубамьянг. Отбиваемся. Да ну подставь же ты свою ножку маленькую. К сожалению, только пока довольствуемся ничьей 0-0. Ну, играли очень хорошо. Без сомнений, очень хорошая игра. Итак, чуваки, следующий матч нам предстоит против Рубина. Очень серьезная команда. Серьезный середнячок нашего чемпионата. Посмотрим, что нам удастся им противопоставить.
играем дома, принимаем рубин. Так. Рубин будет играть первым номером. Это и так понятно. Можем их ловить на контратаках. Виктор, Виктор, как же так? Вот он! Джеймс Хантер сам взялся за дело, понял, что ни на кого нельзя положиться в этой игре, в этой команде, кроме как на себя. Коваленко, Коваленко, немножечко быстрее расставайся с мячом, и все у нас будет как нужно. Отскок. Коваленко опять мимо ворот. Давай, давай, давай. Прессингуй, Виктор. Ты все равно сейчас сядешь отдыхать. Витюша, что ж ты так? Что ж вы так, дорогие это мои? Вот что значит. Там не добежал, там не доиграл. Мы теряем преимущество. Запустил. Запустил. Ты иди в пень. Нужно было не пробивать. Рубин хорошая волевая команда. На характере сравняли. Следующий, ребята, матч у нас против Тосна. Тосна занимает у нас 16-ю позицию. 13 очей. У нас 19 очей. Проигрывать нельзя. Нужна только победа. Только победа. Только победа. Только победа. У нас игроки очень уставшие, не успевают они восстановиться, ребята. К сожалению, проигрыш. Но ничего страшного, мы не отчаемся за 3 игры этого выпуска, 2 ничьих и 1 поражение. В следующих выпусках будет лучше. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам все нравится. Если вы хотите еще карьеру детей, пишите комменты, мне будет очень приятно почитать. Всего хорошего, с вами был Play Jackson, до скорых встреч, пока!